Реактор находится в подкритическом состоянии. Если достаточная часть топлива попадет прямо в воду, произойдет новый выброс радиоактивных частиц. Он накроет и Киев, и Москву, и Европу. Поэтому воду необходимо откачать. Там затоплено все горячей водой. А вы когда-нибудь погружались в кипяток? Про критические температуры знаем. Высокая температура в замкнутом пространстве – это не то же самое, что бассейн с чистой водой. Инженеры в такому не готовят. При исполнителе предусмотрены премии. Все под контролем генерального секретаря. Будут погружаться к задвижке. Это же билет в один конец. Мы людьми рисковать не имеем права.